Мы жители улицы Паши Савельева, 48, корпус 1. Сегодня в недоумении. Мусорку перенесли, которая стояла за нашим домом, поставили практически возле детской площадки на парковку машин. Вот. Все как бы недовольны этим. Можно было найти более другое место адекватное, потому что тут и детская площадка, 11 метров от мусорки, вот шагами мерили сейчас. Окна людей. Сейчас по-любому здесь будут бегать крысы, потому что на 10, прежнем месте стоят... 10 метров до площадки. Говорят, 20 надо. Да. В общем, в итоге мы недовольны этим. Не знаю, надо связываться с администрацией Заволжского района. Пускай... И есть куда передвинуть. Да, главное. Есть место, куда передвинуть. Вот за гараж буквально поставить ее. Или она будет старцу дома, или либо сюда куда-нибудь поставить ее. Но не посередине, не близко к детской площадке. Тут дети наши играют и под окнами.